Доброе утро! Сегодня 26 октября 2018 года. Мы вот такие сегодня в школу идем. На мне бирюзовые, темно-бирюзовые лагунного цвета. Как еще их обозвать? Даже не бирюзовый, лазуревый, наверное. Не знаю. Ближе сяду, покажу. То есть у меня вот оно, брючки такие же, джинсики. И такой же точно свитерочек, очень красивый. Вот здесь вот у меня с фонариками. Если в классе будет тепло, я скину вот этот кардиган, который у меня невероятно теплый, и я его буду дома носить. Но один раз я его выгулю в школу. Вот с такими вот почти поцелуйчиками. Теплый-теплый, хороший-хороший. И я решила, я его примеряла несколько дней назад. Я не могла никак его ни с чем сочетать. А сегодня, думаю, я еще вот здесь сейчас заколочку найду. У меня есть там магнитики такие. Я вот так приколю, чтобы у нас вот так вот было совсем хорошо. Или буду снимать, если в классе тепло. В основном же еще у меня есть лазуревые тоже, но в связи с тем, что кардиган у нас серый, мы решили... И ботильончики надеть серые. Вот так получилось. Вот так замечательно получилось. Из украшений на мне одна из любимых подвесок. Вот такая раз замечательная жемчужина. А перед ней еще вот такая вот штучка. Домик. Домик, из которого она выходит. Очень мне нравится. На черной кожаной тесемочке. Вот такая красота. На руках одно жемчужное колечко, и это кольцо мне Женя купил еще до моего приезда сюда. Сегодня надо рыжий цвет купить для лака и поменять, накоточки поделать. Завтра мы празднуем Хэллоуин после того, как мы стрим уже проведем. На этой руке у меня вот такое раз замечательное серебряное кольцо. Очень даже ничего. А из ароматов мы возьмем Марка Джекобса. Декаденс. Чемоданчик раз шикарненький, только в нем мало ароматов. Чего мало-то? Я потратила всего вот такой уголочек еще. Они мне нравятся, но пользуюсь чрезвычайно редко. Надо на них надавить. Потом куплю новый большой чемодан. Пользуйтесь галетом, пока есть. Чего-то вы нового уже купите. Нравятся они мне, очень нравятся. И дизайн шикарный. Спасибо, что на меня посмотрели. У меня нет никакого еще наряда на завтрашний день. Я все-таки буду стройнеть. Я решила, что нет, мне не нравится быть в таком теле. И я переслушала ролик совсем недавно, в котором я рассказывала, что я поправилась, когда приехала, потому как все надо попробовать. Потом я решила, что у меня менопауза, вес должен прийти. Я потом от него избавилась. А сейчас я понимаю, что я дохожу до 60-летнего рубежа и решила, что вес надо иметь. Но вот брюки застегнула, а сидеть мне тяжеловато в них. И я решила в них пойти, чтобы помнила о том, что надо за себя взяться. И завтра отгуляем, а с воскресенья у меня начинается новая жизнь. Вот так. И буду я снова стройная и красивая. А начала-то я с того, что наряда у меня нет. Но, может быть, что-то сегодня вечерком подберу и сделаю просто праздничный под Хэллоуин макияж. И, глядишь, и пройдет. Женечка со мной идет в этот раз на праздник тоже. Первый раз со мной на Хэллоуин пойдет. Всего доброго. Спасибо, что на меня смотрите. С вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока.